У нас со временем происходит адаптация, то есть как бы твой организм изначально ты привык ходить руки вниз всегда, да? Да. А через какое-то время лазания, то есть организм адаптируется и то есть прокачка крови улучшается. Но он по-другому кровоток вообще идет. Оттекают они, оттекают. Да. Но это через какое-то время компенсируется. Я не знаю, почему, может быть, просто-напросто выносливость получает. Знаешь как? Может быть, еще знаешь, какая ситуация? Получается, когда ты у тебя от мышц кровь оттекает, начинается, ну, грубо говоря, кислородное голодание, да? Угу. Вот. Через какое-то время просто руки привыкают к этому кислородному голоданию, все меньше становится, ну, ты меньше устаешь. Переживаю я тоже. Правильно, щупай все, что можешь. Вообще класс. Выбирай зацепки, которые тебе удобны. С тобой красный. Да, я обратно. Зеленая. Встань выше ногами. Вы цвета видите? Ну, о, знаете, да? Командные есть. Там, слушай, вообще, сильно. Что? Ты он нагрузка, да. Инструктор устал просто. Нет, я такой говорю, типа, не знаю, кто лучше выступали, кто лучше выступали. Давай. Кряхти! А спустишься обратно, давай, или? Нет. Быстро. Ты от ножками оттолкнись, ногами-то отталкивайся, обеими. У меня же Кирилл выступал с моей. Ты забыла сказать кряхти. И я здесь буду выступать под моей фамилией. Кто у тебя там отказался выступать? Не отказался, от Фуянова решил выступать. Кто? Мишка. Он же к ней ходит. Под твоей фамилией? Не понял. Миша ходит к ней? Я спросил, он мне сегодня такой приходит, говорит такой, мне обещают тренироваться. Я говорю, ну давай. Я ему поставил трассу, объяснил, как ему делать флаги, объяснил, как он будет делать. Он все время не лучше выступал.